Я вас приветствую. Приветствую Инту. Меня тут уже спрашивали неоднократно в комментариях, что у меня там сзади написано Инта Уголь. Ну, там хороший человек один подарил мне эту робу Инта Уголь. Уехал он в Россию. Ну, и, видать, у него просто лишка была робы. Просто так подарил вообще человек. Спасибо ему. Сейчас хочу съездить на пилораму на каракате с заплахами. Тут три бревна у меня оставалось от гаража, полубрусины. Отправил на плахи, уже разрезали все, уже оплатил. Остается только привезти. Сейчас беру веревку, трос, топор, каракат завожу и едем на пилораму. Вот мне только в гору только надо подняться. Гора очень крутая, так что поеду немножко тут вокруг. И потихоньку буду крыть свой пол, так как у меня там немножко плах не хватало. Вообще какая-то метель жесткая. Метет. Снежку так толком не добавляет. Ну ладно, что, будем попробовать. Смотрите, каракат весь занесло снегом. Не заводило уже диво примерно дня 4-5. Как поставил, так и стоит весь в снегу. Красавелла. Все, вон видно, сколько завалило снегом уже. Так, трос-то у меня, наверное, там на полу лежит. Ну-ка. Что-то даже не помню, куда я трос задел. Потому что плохи-то не бревно, они могут просто-напросто соскочить. Нет, куда-то дел. А, вот он, все. Трос нашел. Это хорошо. Ну, сейчас сбегаю за веревкой. И будем попробовать заводить. Вот моя веревка. Толстая, крепкая. Опа. Оп. Снега так тут нормально припорошило. Все в норме. Хотел тут ответить на один комментарий. Там человек мне написал, якобы звук плохой. Когда к камере поближе подъезжаю, уже лучше. Я на камере, то есть на видеоредакторе, звук специально убавляю, когда мимо проезжаю на каракате. Потому что уже комментарии были по поводу того, что слишком уж уши режет звук такой. И где я не разговариваю, просто проезжаю на каракате, я специально убавляю звук. Так что это нормально. Камера очень хороший звук пишет. Может писать даже нормально на 10 метров. Так что вот так вот. Ладно, попробуем завести. Как всегда, я как говорил уже, завожу изначально, когда он долго стоит, на ручным стартером. Немножко прогревается и едем.
Ну вот мой пиломатериал. Получается у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну и там горблина уже, наверное, 8 плах получается у меня. Почти что обрезных, потому что пилили это с полубруса. Вот сейчас мне вот эту всю хрень надо зацепить за один раз. Это приличная кучка получается. Ну, я имею в виду для караката-то. Сейчас придется, наверное, сюда заезжать. Блин, а как же у меня покатится? А, он какой-то пень есть. Попробовать в пень упереться, что ли. И попробовать все за раз зацепить. Попробую, наверное, зацепить веревкой, потому что веревка-то толстая. В общей сложности это будет 3 сосновых бревна, 2 по 5 метров с лишним, другой 4 с лишним. Сейчас попробуем. На удавочку взять. Веревки немного не хватает, придется сделать на одну попробовать. Чуть-чуть не хватает. Готово. Взял. Поехали. Две плахи отцепилось. Фу. Тут просто слишком много. Надо реально цеплять тросом. Довез только 2. У самого гаража вон отцепились почти все плахи. И там еще одна. Сейчас пойду еще одну притащу. Ну, в принципе, неплохо.
Так. Все плахи на месте. Вчера Лёшки раскидывал здесь. Копался, докопался, тут все он перерыл. Выровнял с горем пополам. Вот что-то непонятно. Здесь-то как бы уже на земле лежит угол. А там вон можно человеку практически пролезть. Вот пока выставлял туда-сюда, по ходу дела, когда крышу закрыли, у нас угол немножко уехал. Потому что здесь от пола, вот пол до потолка, что-то 2 ровно метра. А вот в том углу, там 2,16. То есть надо было сейчас еще домкратить. Он даже по бревну-то видно. Угол-то уходит как бы. Вот туда. Сейчас поддомкратить надо вот все это дело. И потихоньку начинать уже набирать пол. Плахи-то уже есть как бы на месте все. Тут еще получились у меня плахи-то обрезные. Вот они. Плахи были пилены с полубруса, поэтому они получились как бы обрезные. Там у меня еще не обрезная плаха. Вон тут немного еще не обрезные плахи. И одну плаху я сюда закинул уже. Так что такие вот дела. Ладно, всем желаю удачи. До встречи на новых видео. Пока.